Топ-10 самых загадочных явлений, связанных с водой. Океаны хранят в своих глубинах великие тайны. Несмотря на то, что многие из этих загадок были представлены учеными и аналитиками, все еще остается немало необъяснимых океанических загадок, которые интригуют нас. Моряки всего мира в прошлом и испытали на себе множество загадочных океанских освоений. Эти различные необъяснимые загадки океанической области становятся интересными предметами для дискуссий и дебатов. Феномен Млечного моря. Млечное море относится к уникальному молочному сиянию вод Индийского океана. Феномен возникает из-за биолюминесцентного действия популяции и, в свою очередь, вызывает потребление воды синей, которая невооруженным глазом кажется молочно-белой в темноте. Задокументировано, что феномен Млечного моря существует уже более 4 столетий. Биолюминесценция. Биолюминесценция – это свет, излучаемый морскими явлениями в качестве защитного механизма. Определенные химические вещества в теле существуют в атмосфере с атмосферным кислородом, получаемым излишком биолюминесцентного света. Конвергенция Балтийского и Северного морей. Это океаническое явление было широко обсуждаемой темой. Место слияния Северного и Балтийского морей находится в провинции Скаген в Дании. Однако из-за разного потребления вод, морской воды продолжают оставаться раздельными, несмотря на их сближение. Говорят, что это океанское явление встречается в Священном Коране. Дымящееся Черное море. Названный морским дымом, пар, поднимающийся из Черного моря, возникает из-за того, что остроты океанической воды противодействуют охлаждению ветра над поверхностью воды. Помимо выявления тайны, скрывающейся за паром, поднимающейся из моря Черногории, также выяснилось, что это явление довольно часто встречается даже в более мелких водоемах. Зеленая вспышка. Океанское явление зеленых вспышек происходит во время заката и восхода солнца. Обычно такие зеленые вспышки появляются естественного призматического явления земной атмосферы. Во время заката и во время восхода свет, отбрасываемый солнцем, разделяется на несколько цветов, что видно по зеленой вспышке. Аномалия Балтийского моря. Аномалия Балтийского моря была случайно обнаружена группой специалистов по дайвингу в 2011 году. Дайверы охватывают всю толщу 60 метров, почти на глубине 90 метров в Балтийском море. След, естественно, вел к объекту, расстояние до которого, по оценкам дайверов, составляет около 300 метров. Несмотря на то, что различные выявленные выдвигались бесчисленные обнаруженные о происхождении сущности, аномалия Балтийского моря до сих пор остается одной из неразгаданных загадочных и океанских тайн мира. Бринникл. Концентрированная соленая вода выходит из-под замерзшего льда, образованного над поверхностью океана, и просачивается с высокой скоростью воды. Однако, как только концентрированная соль наблюдается на поверхности воды, в силу процессов она замерзает и превращается в рассол. Бринниклы встречаются в холодных океанических водах вокруг полюсов. Красный прилив. Возникновение красного технического прилива называется учеными цветением водорослей. Феномен океана возникает при быстром росте или цветении водорослей в океанских водах. Присутствие красных приливов очень опасно, так как эти водоросли могут быть смертельными для птиц, животных и даже людей. Морская пена.
Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Вспенивание моря – это подъем нарушения жизнедеятельности организма, находящиеся на поверхности воды из-за постоянного приливно-отливного действия. В качестве альтернативы, в некоторых случаях морская пена также может быть причиной возникновения нарушений, случаев токсического происхождения человека, например, выброса отходов в океанскую воду. Подводные круги на полях. Когда-то считавшиеся объектами больших интриг, подводные круги на полях были представлены как творческая демонстрация поисковых иглобрюхов в поисках своих партнеров. Эти подводные круги имеют окружность более 6 футов и часто покрыты ракушками и другими декоративными предметами, найденными на дне моря. Подводные круги на полях были обнаружены под водами японского острова Анами-Осима. Некоторые считают, что эти тайны связаны с делом рук инопланетян.